сделал мою собственную версию Direct Drive, вынес двигатель по оси X напрямую и вынес двигатель по оси Y тоже напрямую к оси. Это позволило добиться очень хорошей точности. Получается идеальная деталь. Как мы видим, идеальное заполнение идет. Очень ровный слой, очень ровные слои. Ну и, соответственно, очень точная печать будет круглых деталей и заготовок.